А сегодня мы идем, отправляемся в театр Мускомедия на 12 стульев. Вот, сегодня вы увидите Одесский театр Мускомедии. Важний інструктаж на випадок оголошення повітряної тривоги. Якщо під час заходу пролунає сигнал повітряної тривоги, захід зупиняється, і всі присутні спокійно, без паніки, залишають приміщення театру. Білетери відчиняють двері і супроводжують глядачів у бомбосховища в ЖК «Кадор», яке розташовано за адресою Італійський бульвар 1. Куда не возьмись, появилась голова. В общем, друзья, наш поход в Мускомедии, вернее, представление в Мускомедии прервалось из-за воздушной тревоги. Началось второе отделение, и включили тревогу. Больше часа тревога была. Была опасность, естественно, представление прервали, сказали, что в следующий раз, кто хочет посмотреть 12 стульев, в ноябре досмотрит по этим же билетам. Только у меня с такими воздушными тревогами такое сомнение закрадывается, что второе отделение вряд ли кому-то получится досмотреть. Вот, надо просто вторую часть запускать и все. Либо идти на какое-то другое представление. Но этот мюзикл был просто крутым.
понравилось очень сильно. Обыграли шуточные, так как в театре снимать нельзя. Поэтому я так немножко поклацала, как выглядели актеры. Может, одесситы увидят, заинтересуются, пойдут в Мускомедию. Ну, и на этом я прощаюсь. Я уже в Киеве. Ну, вот на недельку приехала, опять скоро еду в Одессу.